Мне вчера сразу после видео написала девочка, которая живет в Бруклине, которая хочет взять себе глобус, поэтому я еду на встречу с ней. Но помните, я вам говорила про эти прекрасные блоки на тротуарах? Они по всему Бруклину. Поэтому я предпочла именно автомобильную дорогу, нежели разбитый вдребезги пенни. Я сейчас по WhatsApp переговариваю со своей подругой, и мы с ней начали где-то минут 15 назад, как раз когда я выехала из дома, и просто слышно по моему голосу, как сильно у меня настроение портится просто от того, что у меня плохие дороги. Я на месте. Перед отходом я немного модифицировала мою футболку. Она размера, по-моему, 2XL. И просто под погодные условия, потому что сейчас 31 градус. Что вам нужно знать обо мне? Я и жара, это две не очень совместимые вещи, поэтому я только по тени передвигалась. О, господи, вот это чувство, когда у тебя вспотела спина, и потом ты снова докасаешься тканью или рюкзаком. О, это божественное чувство. Новая хозяйка глобуса. Аня, поздравляю тебя. В надежных руках. Да. Тебе жарко? Нет. Ты давно здесь живешь? Нет, я недавно здесь живу. Я учусь. А я тоже здесь учусь. Ты тоже. Thank you. Из всех кофеен я выбрала идеальную для того, чтобы написать эссе. Что может быть лучше, чем здание, наполненное? А там какая-то программа. Я не знаю, что это, но выглядит, что они в прямом эфире. Если вы не знаете, это самый верный способ напомнить себе. Это как шопоголики. Она себе... Ты смотрела шопоголик? В шопоголике было, где она себе поставила рингтон. Не отвечай. Все дороги ведут домой. Сейчас 2 часа дня, и я направляюсь обратно домой, потому что я поняла, что у меня дедлайн в пятницу, хотя я вам об этом неоднократно говорила, а сегодня среда. Я этого не учла. А все на 10 страниц. Поэтому все, развлечения закончились. Чем быстрее я напишу эссе, тем быстрее я смогу более просторно свои дни наполнять. И тем не менее, дабы разнообразить сегодняшний выпуск, я, наверное, поеду в Брайтон, тот, что бич, и запущу там дрон. Всем носить ремень. Мы едем на променад, чтобы встретить закат. Оксана, вы знаете, что я называю вас своей тетей? It's okay. Мы намного ближе, наверное, чем иногда некоторые родственники. У меня вскочил прыщ прямо над губой, и под определенным углом он выглядит как тень. Что создает эффект чуть более пышный. Но на самом деле это проще. Мы приехали на променад. Это, я не знаю, это район или это не район отдельный. В общем, мы приехали куда-то на набережную, и это настолько похоже на Манхэттен. Но здесь такие же цены на жизнь. Мы приехали смотреть на закат. Мне Соня, подруга моя, прислала забавную фотографию, что солнце ложится в постели, такое, прекратите, хватит уже. Мне просто хочется знать, кто эти люди, кто живут в этих домах. Мне кажется, эти дома, это лучше, чем сам Манхэттен. Потому что они видят Манхэттен. Квартира мечты обнаружена. Квартира мечты номер 2 обнаружена. Кстати, насчет крыши.
когда я второй раз вчера забиралась на крышу и спускалась, какой-то мужчина, причем сразу по-русски со мной начал говорить, ругаться, что какого черта я лезу на крышу, и я такая, вау, драматичный звук. Я такая, а что, нельзя? И он такой, нельзя. То есть, скорее всего, нет. То есть, я могу понять, почему нельзя, потому что это пожарная лестница, но с другой стороны, а почему нет? Why not? Why the hell not? Опоздала, и солнце уже село, то есть я рада, что хотя бы какие-то кадры успела снять, но суть в том, что он не поднимался минут 10, потому что я долго не могла понять, почему, потом я поняла, что вокруг много людей, все с телефонами, то есть ему слишком много помех было вокруг, то есть он не мог подняться. Как только я буквально на метр подвинула его, я его подняла, но он резко полетел мне в лицо, я такая... Упс. Но благо я профессионал, и... Я все вырулила. Ну что мне понравилось, что все люди такие вау, вау, там, когда я приземлила, его все хлопали. Да. Ну, под всеми я имею в виду одного человека. Ну просто что, знаете, людям интересно, и никто не против. Видят же, что профессионалы. И вновь все дороги ведут домой. В такие моменты я рада, что я всегда с камерой. Правда, такие моменты всегда случаются из-за того, что я с камерой. У меня к вам очень важный вопрос. Потому что я понимаю, что иногда я бываю очень отсталой в делах интернета, но у меня очень важный вопрос. Итак, что это такое? Я могу неправильно совершенно делать, но... Что это такое? Почему это все делают? Мне серьезно такое чувство, что я отстала от жизни на 10 лет. Я вижу, что это знаменитости делают просто люди резко. Я знаю, что это называется деб, да? Правильно? Деб? Откуда это? Почему? Почему все стали делать? Если кто-то знает, пожалуйста, объясните мне. А то я будто выпала из жизни. Все, сегодня в 11:35 должна быть Карли Клосс на Джимми Фэллон. Поэтому я пошла смотреть. На нижнем этаже.